Всем привет! Меня зовут Алена, и сегодня мы вместе с вами будем делать салонную процедуру для волос, но в домашних условиях. А точнее, поговорим о глазировании волос или так называемом ламинировании. Суть процедуры состоит в том, чтобы нанести на волосы профессиональную, безаммиачную, прозрачную краску для волос, в составе которой также есть керамиды, а это строительный материал наших волос. Соответственно, они могут проникать в поврежденные участки волоса, при этом восстанавливая его структуру, получается, что каждая волосинка как будто окутана глазурью. Как результат, у нас получаются напитанные, восстановленные, гладкие и блестящие волосы. Конечно, это не оздоровительная процедура для волос, как, например, масляные маски. Это более косметическая процедура, которая направлена на придание гладкости волосам и как бы внешней ухоженности. Действительно ли это работает, мы, конечно же, проверим. Я вам покажу кадры до и после процедуры и уже вместе оценим результат. Ламинирование является салонной процедурой, и для этого нам, конечно, понадобится профессиональная косметика. Ее можно без труда купить в обычных интернет-магазинах или магазинчиках для парикмахеров. Итак, что нам понадобится? Это, собственно, краска прозрачная, безаммиачная. У меня от фирмы Matrix, их линейка Color Sync. Обязательно перед покупкой проверяйте, чтобы здесь было написано клея. А также нам понадобится активатор той же фирмы и той же линейки. Это все, конечно же, указано в инструкциях и написано в интернете, но на всякий случай я вам оставлю ссылки и названия внизу под видео. Также в FixPrice я купила вот такой вот набор для домашнего окрашивания волос. Это, конечно, не обязательно, но мне кажется, будет намного удобнее. Ну что, время перемещаться в ванную комнату, и я, конечно же, беру вас с собой. Краску и активатор я замешиваю в соотношении 1:1. Все это делаю на весах. Для моей длины волос мне хватило 42 грамма каждого ингредиента. Размешиваем до максимально однородной консистенции и начинаем подготавливать волосы к процедуре. Краску наносим на чистые волосы, слегка отжатые полотенцем. Старайтесь распределять равномерно от корней до самых кончиков. Даже можно на кончиках немножечко больше оставить продукта. Оставляем состав на волосах на 15-20 минут. По истечению этого времени смываем без шампуня при помощи теплой воды. Ну что, процедура закончена. Я уже высушила волосы феном и немножко уложила брашингом, конечно же, без утюжка. И сейчас мы посмотрим на результаты. В целом, по своим ощущениям, могу сразу же отметить, что волосы стали в 100 раз мягче. Такое чувство, что их немножечко отполировали. Появляется такой здоровый, красивый блеск волос. Я не скажу, что они стали тяжелее или более напитанными. Единственное, влага по длине волос распределена как бы более равномерно. То есть на ощупь не ощущается перехода между корнями и кончиками. Пушистость волос немножко поубавилась, но не так, чтобы там кардинально. В целом волосы начали выглядеть более ухоженными, и, боже мой, посмотрите на этот блеск, просто непередаваемо. При этом мой натуральный цвет волос стал более интенсивным, более контрастным. Такое чувство, что даже более однородным. Определенно вам советую попробовать эту процедуру. Она легкая, ее быстро можно сделать, причем в домашних условиях, как видите, но эффект очень даже салонный. На этом все. Надеюсь, это видео было вам полезным или интересным. Если это так, не забывайте поставить пальчик вверх внизу. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, а я вас всех целую и пока!